И всем здорова, ребят, с вами Мистик и Лагерфит, да куда ты вылетаешь? Постоянно поздоровайся. Ребят, вы очень давно просили, чтобы мы наконец-таки с Лагером сняли мини-игры, а сегодня будет не просто мини-игры. Да погоди ты, у нас сегодня будет борьба с Лагером, жесткая борьба, что ты... Я Крипер! Вот ты постоянно в кого-то превращаешься, у нас будет очень жесткая борьба. И прямо сейчас вы можете нажать у меня, по крайней мере, на видео на подсказку и там проголосовать. Как думаете, кто сегодня из нас с Лагером получит больше очков? Также ставьте сразу же лайки в начале серии и подписывайтесь, если вы не подписаны. Лагер! Я тебя взорвал. Ты можешь рассказать ребятам, что мы хотя бы делать-то будем? А сейчас мы будем надирать Мистику его попец, если это... Ну давай, попробуй, ну-ка. Если это, конечно, возможно. Надирать попец я предлагаю в дуэли на луках. Давай. Дуэль на луках, хорошо. Смотрите, лучная дуэль. Одно очко будет победителю. То есть мы сыграем сейчас здесь две дуэли, и одно очко будет идти человеку, который победит в этой дуэли. Почему ты на меня бежишь, мне интересно? Я вырву твое очко. Я очень надеюсь, что я тебя выиграю. Только что ты делаешь? Я возьму твое очко, победи... Я возьму твое очко, и воспользуйся. Я не туда куда-то телепортировался. Я тебя сейчас за очко возьму. Пожалуйста, не подходи ко мне, друг. Разыграю его. Можно я, пожалуйста, разыграю твое очко? Сколько у тебя хп? Да, почти все. Что ты мне врешь? У тебя 12 хп. За исключением маленькой царапины от мыстыка. Ох ты подло, нифига себе ты мне снял 3,5 сердечка за раз. Да, это максимальная натяжка. Так сказать. У меня также была максимальная натяжка. А-а-а! Падла! Сам себе в огород парень. Блин, ток, ты ж не попал. Ладно. Итак, твое очко я возьму себе, если вы не против. Да, мое очко ты забрал, теперь боремся за твое очко. Итак, останется ли мое очко при мне? Это интрига века. Давай, начинай. Человек против человека. Падла. Ну, а теперь моя будет победа, я тебя уверяю. Ну, давай. 100% моя. Ну, просто это нечестно, потому что ты на этих мини-играх уже часто играл, а я здесь вот впервые как бы играю. Я четвертый раз играю. У меня. Четвертый. Какой? Четвертый. Ну, блин, а я первый. Какой четвертый? Что ты мне врешь? Я четвертый раз играю. Ты говорил, что ты с топом играл, и с ним из пяти раз только один раз с него попал. Ну, так там не игра, там это было типа, меня просто били. И все. Ну, так это тоже игра, ты как бы обучался у него, ты видел его фишки. Меня били там, я. Отстань от меня! Один хп. Негодяй злостный! У Ярика один хп, помогите. У тебя, кстати, тоже очень мало хп. Да, в том-то и дело. Попади, пожалуйста, нет! Да что за фигня? Ну как так? Это было очень близко. Ну вот это было вообще по-жесткому. Козел просто. Итак. Всем спасибо. Давай, спасибо. Теперь выходи давай отсюда. Да. Ребят, смотрите, что у нас теперь дальше идет. У нас просто интрига будет постоянно. Мы не говорим с самого начала, что у нас будет. Выйди отсюда, что ты? Я уже вышел, а ты вышел. Отлично. А сейчас мы сыграем 2 на 2. То есть будем мы с Лагером вдвоем против других двух чуваков. У нас будут очки так прибавляться. Плюс одно очко, если ты кого-то убил, и минус очко, если тебя убили. Соответственно, мы можем потерять дохренища очков. Сейчас Ярик может уйти... Я хочу терять очко. Яр, ты вообще сейчас в минус идешь, понимаешь? Я не хочу, понимаешь? У меня сейчас, 0 скорее очков. Всего, убьют. Если я выиграю. Только, кстати, тут не только на этих, на луках, но тут есть еще и мечи и всякая остальная фигнюшка. Поэтому сразу же, Лагер, объясняй мне, что лучше делать. Я яблоко сожрал. Жри яблоко золотое, кидайся лавой и живи на всю катушку. Опа, я по одному начинаю стрелять. Уже Яр... неплохо. Ты что, козел? Я в него попал, Яр. Ой, жрет яблочко золотое зачем-то. Зачем? Перестань. Я не понимаю, что он хочет от меня. Тот чувак... А, это мы слышишь, хана. Все. Я сейчас убью одного. Да? Мне плюс одно очко сейчас будет! Ну-ка! Плюс одно очко! Яр, иди тогда иди этого здесь, размотаем. Иди здесь, я сейчас сзади его обхожу, давай, бьем его! Сейчас размотаем, хлопца. А что с тем было? Я не понял, что стоял, что он ли? Он залагал! А, ясно. Не, просто это была очень жесткая дуэль, и я решил его выиграть. И кто выиграл-то? Кто забил? Кто убил я. Его? Энигма 01 воскрит Лагерфит. Да, одно убийство. Чёрт! У меня 3 очка. У тебя 3 очка, у меня 1 очко. Неплохо. Давай еще раз здесь. Мы с тобой выиграли, победили, так скажем. Нагнули всех, получили свои очки. И зато у меня теперь хотя бы вернулось ко мне мое очко. Класс выбрать можно? Да, я выбрал что-то другое. Я здесь не играл, Лагер. Я тоже. Я тоже не играл, перестань. Ты фейерверк выбрал. Подожди,
подожди, стой. Нахрен. Окей, ох, ни хрена себе, у меня хп. Что-то у меня не так много хп, погоди. Яр, у меня дохренища хпшек. Яр, ты в кого влетел? Подожди. Они почему-то в тебя... Давай, стреляй в них! Почему они зомби какие-то? Что происходит? Почему у него 41 хп? Я ничего, Лагер. Меня просто бьют и все. Я пытаюсь убежать. Да блин, отойди! Отойди! Я не успел выпить свое зелье, поэтому я сдох. Это фигово. У них, кстати, дофигища хп, поэтому мне кажется, тебе хана. Да, но хотя бы одного давай убей, чтобы тебе очко добавили. Я даже буду рад. О, ты вы... Да. Что-то как-то... Я что-то как-то нас нагнал. Точку тебе, минус одну очко мне. Итого 2-0. Мы снова вернулись к тому, что было. Ладно, да. И пошли в другую мини-игру. Теперь будем играть на моем поле, Лагер. Давай. На моем, черт подели, поле. Как выходи скажете и нажимай на Quakecraft. Вот Quakecraft? Тут кто у нас будет выше. Сейчас мы, наверное, с тобой определим. Давай первое место плюс 5 очков, второе место плюс 4 очка, третье место плюс 3, ну и так далее до 1 очка. Понял? Хорошо, я согласен. Мы играем соло, каждый сам за 5. Себя или в командах? Quakecraft? Да. Quakecraft, каждый сам за себя. Там есть команды? Да. Мы с тобой давай можем командами. Быть... Мне все равно, можно и дезматч, можно тим дезматч. Меня устроит любая, я победитель тут стопроцентный. Это Quakecraft точно? Да, ты можешь выбрать любую команду. Да, это оно. Я буду за красных, ты за кого? Давай тоже за красных. За красных, да, чтобы мы друг друга не убили. Хотя вот, в следующий раз сыграем дезмать. Я все-таки хочу тебя наказать. Если я не растерял свою сноровку, то тут я буду побеждать. Ребят, ставьте лайк, если вам нравится то, что мы вот играем как бы вдвоем и соревнуемся. Потому что я думаю, что это интересно и должно вам понравиться. А если подери бы еще не подписанное, вот это... Стой. Погоди, Яр, стой, подожди. Мы не соревнуемся, я тебя просто натягиваю, вот и все. Так, мы соревнуемся. Я тебя сейчас просто натягиваю. Кто кого натягивает? Может, ты зайдешь на другую, кстати, карту? Тут люди очень медленно прибавляются. Мне кажется, что просто в Team Quakecraft очень слабо идут. Надо, наверное, ну, дезматч выбрать. Давай дезматч. Дезматч! Вот теперь-то я буду тебе надирать. Я тут даже прыгнуть не могу. Что за дела? Погоди. Оп, так... я так прыгнул нормально. Я ж победен. Ну, кстати, карта. Я эту карту еще не видел. Так, и 5 человек из 8. Но тут, кстати, не так уж и много людей будет. И, кстати, тут мы по-любому с тобой очки какие-то дополучим. То есть, получается, 5 место это 1 очко, 4 2, 3 3. Да. У меня есть преимущество второе... в 2 очка, так что... Ну так, если я займу первое место, а ты третье, то у нас будет по нулям. Да, можно, но... Так но ты первого не займешь. Ты во мне уверен, что ли? Ну окей. Пишет YouTube банда. Это мы с тобой YouTube банда. Давайте, 20 секунд, 20 секунд, пожалуйста. Давай. 6 человек всего. Здесь по-любому очко можно получить. Вообще. Нет, если нельзя. Не 6 человек, если последний, то-то. Ну, то-то все. То, ну, можно, пожалуйста, я не буду последним. Спасибо, пожалуйста, не надо. Так. Покажите мне людей, и я их убью. Яр, я тебя сейчас натяну. Можно, пожалуйста, спасибо. А, черт! Спорим, тут есть какой-нибудь чувак, который жестко играет и всех убивает подряд. Это я. Черт. Можно, пожалуйста, да не ты? Что за дела? Я тут побеждал всегда. Опять! Это ты меня убил, что ли, козел? Может быть. Очень может быть. Не может быть, а ты, походу. Не, сейчас я разыграюсь, не беспокойся. Все сейчас у нас будет. Так, тут друг друга кто-то поубивал. Как всегда, какой-то чувак по центру, который всех убивает подряд, так что... А-а-а! Падла! Ты еще и того чувака убил моего! Что за фигня? Ой, как я вас двоих просто, как детей. Это вообще было нечестно. Что-то как-то да. О, кстати, ты на первом месте, я на третьем месте. Что-то как-то да, Яр, ты явно сдаешь позиции, ты стареешь. Очень сильно сдаю позиции, потому что я здесь раньше занимал первые места. Ой, это было в 2014 или 2015 году. Я, по-моему, тебя убил. А, это не я тебя убил. Вот ведь дела. Я не ожидал. Я не ожидал. Я думал, что я тебя убил. Погоди, стой, погоди. Я не понял. Ты хочешь убить меня? Вот так и скажи. Ты хочешь убить меня? Да кто? Блин, я раньше просто смотрел постоянно по сторонам, наверное, потому что я еще и в КС-ку играл тогда. Сейчас я уже давно в КС-ку не играл, поэтому у меня нет такого, что я... Уже 15 минут без игры в КС. Да блин, дай я по тебе попаду! Дабл килл! Дабл килл! Лагер делает дабл килл! Отлагай! Лагер нечестно, мне 20 FPS. Все, фух, отлагало. Лагер сделал... Ты 12 человек убил. Лагер сделал... Ты сейчас пипец сколько очков заберешь. Это лагер сделал просто божественный дабл килл. Господи, это лучший дабл килл в моей жизни. Я не спорю. Тут я спорить с тобой не буду. Здравствуйте, Ярик, здравствуйте. А-а-а! Я смотрю, ты воюешь с чуваком другим. Я тебя ненавижу просто. Я тебя ненавижу.
Ай! Казина, ты практически на первом месте. Если тебе станет легче, то знаешь, что меня тоже после этого убили. Нет, мне не станет легче, я убил шестерых, ты 15. 15, 15, это не 6. Здравствуйте, Ярослав. А-а-а! Чувак, это он нас убил двоих, это чувак, не я замутил тебя убил, понимаешь? Даблкил на нас двоих, да-да-да. Черт! Но я все равно счастлив, что я на вас даблкил замутил. Мало. Опыта у меня все-таки маловато теперь. Ты понимаешь, было что... побольше. Ты понимаешь, что из нас всех не замутил даблкил только ты? Вот. Я тебя все-таки убил. Что ты говоришь из нас всех? И вот из нас всех не замутил даблкил только ты. Вот у меня есть, у того чела есть, а у тебя нет. Ну и что, зато я вон уже сколько, 9 убил. Мне осталось всего лишь 7. 7 штук дайте убить. Да. Тут до 25, кстати, идет. И да, чувак сейчас выиграет, поэтому у меня нет шансов уже тебя обыграть. Все, чувак выиграл. Второе место. 4 очка, говоришь, да? 4 очка тебе, 2 мне. Итого 4-0. 4-0! Блин. Давай еще раз здесь. О, звучит. Я хочу отыграться. Хорошо, подожди. Подожди, какой у нас общий счет, если мне добавить 4, это у меня 6, а у тебя 2, да? Да, 6-2. Это 6-2, да? Вот, надо сделать 4-0. Давай, если у меня будет 10 очков, то ты что-нибудь публично мне сделаешь. Нет. Признаешься в любви. Нет. Давай. Я могу сделать так. Ребят, если лагерь набирает 10 очков, то вы набираете у нас потерями, в общем, 100 тысяч лайков. Согласны, ребят? О, если лагерь здесь соберет 10 очков. Я не уверен, что он соберет, потому что сейчас я буду его дрюкать, и он никим боком его не соберет. У нас последняя игра. Ему нужно минимум второе место занять, чтобы набрать 10 очков. Ты должен признаться мне в любви, Яр, давай ты признаешься мне. Ну начинай, давай уже. И я выиграю, если ты признаешься. Я не хочу ждать, нет. Давай. Давай. Все, это было как согласие. Начинай уже, нет, я не согласен. Ты согласен. Да что тебе тут 10 очков-то набрать? Я не хочу так. Это второе место, извините меня. Это как бы, ну, как первое, только второе, только как третье. Тебе шансов мало на это, поэтому ни 100 тысяч лайков у нас не будет с тобой на видео. Ну, в смысле, у обоих, то есть по 50, к примеру. Эх, Ярик, ты должен мне признаться в любви. Да не будет этого, никогда. Ни все, ну что. Давай, это целое второе место, Яр, это целое второе место, ты понимаешь, это практически нереально. Да ты смеешь, ты второе место, кому ты это рассказываешь? А если я займу второе место, что ты мне сделаешь? Ну ничего, ты же 10 тысяч очков не, 10 очков не наберешь, да, у тебя всего 2. Погоди, и что дальше? Ну так это считай, вот в следующей игре, вот в следующий раз мы с тобой тоже устроим маленькое пари, и ты можешь выдвигать свои требования. Так. Я одного убил лагерь. Ты козел. А я тебя. Меня почему-то начинает подлагивать, когда меня убивают. Это мне очень не нравится. А ты не умираешь. Потому что я тогда не могу. Да это вообще какая-то жесть, лагерь. Скрысил меня зачем-то. Я не понимаю просто, что происходит. У меня слишком сильно подлагивает. Это просто невозможно, понимаешь? Возможно, моим компом такого не должно быть. Возможно, просто у тебя компьютер, ну такой себе. Да нет же, у меня компьютер охрененный. У меня никогда вот, не стыкал. Я свой компьютер купил за 500 рублей. А ты этот, что-то ты мне тут говоришь. Так, тихо, погоди. 19 FPS на компьютере за 300 тысяч. Спасибо, блин, собрали мне. Опа, еще один чувак умер. Яр, тебя убили. Ой, меня убили в спину. Я тебя убил. Блин, я чувствую, я тут проиграю, поэтому мне сейчас нужно быстренько графику немного поменьше поставить, чтобы оно так сильно... Опа! Сейчас бы в Майнкрафте поменьше поставить разрешение. Чтоб ты лагала. Ну блин, нас двоих кто-то убил. Ни ты, ни я не выигрываем пока что. Да там какой-то черный чувак всех выигрывает, задолбал он уже. Ну, в смысле, у него черная кирка. Он что такое-то, я не понимаю. Дайте мне кого-нибудь убить еще. Блин, лагерь, я тебя хотел убить, прости. Ну блин, тут какой-то чувак еще всех убивает. Я тебя тоже убил. Мы друг друга убили, да? Да. Но с учетом того, что ты моргал, так что я считаю себя победителем. Ну блин, я так и знал, что он сзади. Я уже повернулся его убить, а он оказался хитрее. Он зашел к тебе в тыл. Сзади, так сказать. Притерся. Мне это не нравится, лагерь. Я здесь всегда был победителем. Всегда. Раньше, по крайней мере. Год назад точно. А теперь я не могу даже тебя, понимаешь, обыграть. Тебя. Ты здесь вообще никогда не играл. Я здесь вообще не играю. Я здесь играю вот первый или второй раз. Слушай, в следующий раз пойдем на другие игры. Мне не нравится, что здесь у меня лагает. Так погоди, ты же сам правила, сам себе поле выбирал. Что за бред? Ну вот именно. Мое поле, а ты выигрываешь. Это вообще нечестно.
Ясно, Ярослав. Стареете, стареете. Сколько вам там уже? 20 годиков? Да, блин, да? У тебя алмазная кирка? Да. А, и ты говоришь, что ты здесь не играешь, да? Ой, у меня 4 место. Сколько мне очков дают? Плюс 1, ой, плюс 2. Плюс 2. Ну, у тебя 8-2 у нас счет. Ладно, в этот раз ты победил. Но, ребят, следите дальше за нашей борьбой. Я это так не оставлю. Я по-любому выиграю и займу максимальные места. Поэтому ждите новых видео. С вами был Мистик. Всем удачи, до новых встреч. Пока. А я ж тоже тут был. Почему ты сказал, что тут был Мистик? А лагер? Можно, пожалуйста, тоже лагер немного? Пока. Все, спасибо, до свидания всем.